Приветствую всех на канале Game One. Сегодня будем играть из The Heaven Star. И вообще, ребята, я планирую очень много роликов про это снять. И сегодняшний ролик будет короткий, но про скиллы. Если назвать скиллы, и кроме вот этих, здесь нужно находить специальные книги. Все остальные я прокачал. Ну, создал свой собственный сервер, где у меня опыта здесь очень много капает. Поэтому, ну, со сервером потом поговорим. Ну, короче, ребята, вот все прокачал. Здесь вроде бы все понятно. Ну, типа, быстрая перезарядка, там, скорость стрельбы, там, тайминги, все это здесь нарисовано, все здесь понятно, но, конечно же, было бы лучше, если перевести, но не в этом суть. Ну, здесь примерно все понятно. Капают нам таланты за убийство зомбарей, за убийство там чего-либо. И вот здесь, смотрите, ребят, сила, скорость бега, там, бесшумность, здесь я не понимаю, а, это прыжок. И вот это тоже не понимаю, вроде какое-то замедленное падение, либо что-то такого вроде... И здесь тоже быстрее восстанавливается здоровье, да, все это, выносливость, экспа даже здесь можно прокачать так, чтобы талант больше падал, то есть опыта больше падало, ну, здесь с вождением. Ну, короче, ребята, если вы посмотрите, примерно поймете, смотри, как у меня хп восстанавливается, я даже прокачал себе хп, да, вроде бы где-то здесь было. Ну, прокачивать все это довольно-таки будет долго на стандартах, но хочу вам вкратце показать, смотрите, как он быстро бегает, просто на этот прыжок он в раза 5, по-моему, выше прыгает. Смотри, над головами зомбарей. Они нас просто не могут достать. У нас плюс хп больше, плюс ударность. Ну, мощь удара у нас сильнее стал, так что мы намного сильнее их стали. И вот это очень-очень читерско здесь. Очень жестко. Ну, думаю, в скором времени это немного изменит, но... не знаю, как это будет, когда у вас будет выносливость. Я, кстати, должен был так проверить, но... Здесь я, кстати, забыл, но думаю, выносливость будет тратиться не так сильно. Не думаю, что это будет зависеть от того, как вы высоко прыгаете. В данном случае на своем сервере я отключил выносливость. То есть я могу все время бегать без... Ну, мне не кончается выносливости. И потом мне больше кабет. А остальное все как на стандарте, все как пуло. И вот и все, вроде бы, в принципе, то, что хотел рассказал. Кстати, нашел здесь пулеметы. А это место находится сверху слева углом. И здесь есть хаммеры. На нем можно кататься. Нашел я два вида машин и велосипеды. Другую тачку я пока что не нашел, но вот справа хаммер стоит. Здесь, скорее всего, меня убьют. Да, убили. Ну вот, ребят, в принципе, я рассказал. Прокачка опыта здесь очень жесткий. Если вы играете на официалках, там на PvP, то прокачайте скорость, чтобы бегать за игроками. Здесь реально несколько ударов кулаками, даже можно игрока убить. Поэтому, в принципе, то, что хотел, я рассказал. В скором времени сниму про то, как создавать свою серию. Там очень легко. И то, как его настроить. Там реально очень много всего интересного. И в скором времени, думаю, будет и строительство. Ну, вообще, я планирую, ребят, очень много роликов по этой игре. Так как я считаю, что эта игра заслуживает этого, и думаю, что эта игра будет конкуренцией нашего Last Day. И у меня много планов на эту игру, поэтому, ребят, надеюсь, игра вам понравится. Скачивание с Play Market и StopTap я оставлю в описании сверху. Всем пока!